всем привет! Меня зовут Каброн. И всем привет, с вами Каброн. И я купил себе микрофон. Наконец-то он пришел мне. Сегодня мы играем в игрушку Heartbound. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. На сердце. Что-то я куда-то не туда нажал, походу. А, вот это продолжит его нажать. Пёсик. Хр-хр. Спит как убитый. Бывает. Так-то лучше, все готово к бою с новым днем. Барон еще не проснулся. Еще даже не проснулся. Что мне делать тогда? А, свет включить. Ой. Ауч, лор, ты в порядке, дружище? Думаю, да. А вот выключатель у вафли. Собирайся вернуться в кровать. Этот день уже достаточно испорчен. Погоди. А что насчет завтрака? Приятель, сейчас слишком рано для еды. Никогда не будет рано для еды. Где твой дух приключений? Спи, как и мы должны. Ты же знаешь, что я не могу открыть банку? Наверное, корм или, я не знаю, период кривой, наверное. Ну хорошо, идем тогда. Если что-то пойдет не так, виноват будешь ты. Черт, похоже, он не спит. Ничего страшного, может, он в хорошем настроении сегодня. И придурок, мусорное ведро на кухне переполнено, вынеси его. Проблема решена. Это было не так уж и плохо, правда? Всегда такой оптимистичный. По крайней мере, это просто мусор. Че, убрать надо? Определенно не хочу туда заходить. Ну ладно. А что мне сделать надо? Вниз? Ё-моё, что тут было? Что это? Их становится все больше. Хотелось бы, чтобы она уже бросила. Банка там на столе. Я бы сам ее открыл, но лапы и все такое. А им банку надо. Получена банка собачьей еды под названием «Пир Викинга». Круто. Это моя любимая. Насыпать барону «Пир Викинга», да? Великолепный пир викинга высыпается из банки прямо в миску барона, а там есть маленькие кусочки мяса в виде топоров. Всегда хотел быть викингом, они крутые. Их я не сомневался, поспеши, чтобы мы могли идти дальше. Я уже закончил. Фига он быстрый, что? Как ты так быстро все съел? С помощью силы викингов. Пойдем закончим наше приключение. Тебе еще нужно взять мусор. Вот это... Собрать мусор, да. И чё, куда мне идти? Туда? Мы нашли вонючий носок, гадость. Он его подобрал. Ой-ой-ой-ой. Что это такое тут? Мусорку мусор. Выбросить мусор, да. Мусор заполнять мусорную корзину до самого верха. Викинги победили мусорного монстра. Хах, да. Из тебя вы отличный викинг. Спасибо. Из тебя тоже выйдет неплохой. Неплохой? Ладно, ладно. Из тебя выйдет отличный викинг. Хах, так-то лучше. Так. Топор. Его надо взять. Взять топор? Конечно, взять. Готовься к королевой игре по викингам. Я тебя не осуждаю. А можно одеть? Чисть инвентарь. Ладно. Так, куда мне идти? Наверное, домой обратно. Эй, лор. Да, в чем дело? Просто хотел сказать. Я хорошо провел время сегодня.
Да, я тоже. Давай вернемся в кровать, ладно? Хорошо, приятель. Капец, у них день насыщенный, да? Аж на целых 5 минут записи. Здорово, да? Кто последний, тот протухшее яйцо. Беги! Вернусь спать? Ну давай. И приятель, я знаю, что иногда бывает нелегко. Просто не забывай веселиться, даже когда все выглядит мрачным. Следуй зову своего сердца и не переставай верить в лучшее. Я всегда буду рядом с тобой. Мы справимся с этим. Вот это Бобик. Я тоже себе такого хочу. Ёкарный бабай. Что тут было? Ема. Чё, батя тогда? Эта дверь заела сильнее, чем надоедливую песню. А где пес, что он наделал? Ну что-то есть. Нет. Значит, он на улице. Ё-моё. Чё за все изрублено? О, дорога появилась. Ошейник барона. Он должен быть поблизости. Не волнуйся, дружище. Я уже в пути. Давай, погнали. Ой-ой-ой. Это чё? На этом пне лежит книга. Каждая страница испачкана чернилами. Записать ваше путешествие? Давай. Чернила впитываются в страницу и исчезают. Ваш прогресс сохранен. Ага, это сохранялка. Боль усиливается. Пойти назад кажется хорошей идеей. Немного отдохнуть? Неа. Погнали дальше. Чё это за звуки? Толкай давай! А ты чё там? Ты поймёшь, когда всё это закончится. Это к лучшему. А, вот как надо. Толкать можно? Опа! Куда мне надо-то? А, всё, понял. Думаю, вот так вот. Это мы сюда. Все здорово. Пошли. Что за? Это всего лишь кошмар. Это все нереально. Оставь меня в покое. Тебя не существует. С баром все в порядке. Это просто сон. Проснись, проснись. А что делать? А, это паром Агумахас. Давай. Опа, опа, опа. А, вот. Ё-моё. Это что-то новенькое. О, правильно. Ай. А я в него кидаться могу? Где он? Ё-моё. Давай. Это я не понял, там был какой-то топорик, и я не... Чё делать-то надо было? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Верни его. Этого достаточно. Не сдавайся. Ты это преодолеешь. Пора вставать. О, это что за черт? Наконец-то дома. Где я? Что это? Где барон?
В безопасности моей библиотеки. Просвети меня, что такое барон? Моя собака. Она больше, чем просто собака. Барон мой лучший друг. Понятно. Так, на чем мы остановились? Ага. Что ты имеешь в виду? Где он? Вместе за пределами этого мира. Я могу помочь, но это будет нелегко для вас обоих. Просто скажи мне, где он. Прошу, успокойся. Я тебе не враг. Я извиняюсь. В этом нет никакого смысла. Я не хотела на тебя срываться. Ничего страшного, Лор. Жизнь не всегда имеет смысл. Мы довольствуемся тем, что есть. Что? Откуда ты знаешь мое имя? Я расскажу, когда ты будешь постарше. А насчет меня? Можешь звать меня Биндер. Что? Тебя зовут Биндер? Чувствую себя как дома. А мне нужно строить часы. Так, что тут есть? О, сохранялка. На столе лежит книга. Странный символ засоряет страницу. Записать ваше путешествие? Да. Чернила впитываются, страница исчезает. Ваш прогресс сохранен. Здесь уютно и тепло. Биндер появится, если вы вздремнете. Немного отдохнуть. Давай. Оба-на. А чё я тут? А, даже так? Странно. Неиспытливых? Это совершенно нормально. Часы готовы для тебя. К сожалению, тебе придется пройти это испытание в одиночку. Испытание? Часы? О чем ты? Чтобы спасти барона, тебе придется отправиться туда, куда я не могу. Артефакт с огромной силой заточен между мирами. Эти часы отправят тебя к нему. Он и вправду сможет вернуть барона. Надеюсь, что да. Это наш единственный шанс. Понятно. Отойди, я открою проход. Соединение установлено. Прошу внутрь. Эй, Биндер. Да, Лор. Спасибо. Не за что. Ты бы сделал то же самое для меня. Надеюсь, это сработает. Так, где я, интересно, очухаюсь? Ема! Это место разваливается. Надеюсь, что Биндер был прав. Ага. И что мне сделать надо? Твоя проблема? Ну так, до конца, что ли? Ага. Что у нас тут? Опять головоломка. Ты же справился с этим. Дай знать, если тебе нужна помощь. Да дай-ка попрошу помощи у невидимого голоса. Отличный план. Я все слышал. О, носок. Их же двигать можно. Нет. Рубись. Ё-моё. О, могу носок взять. Здорово. Так. Вот так вот. Ещё. В принципе. Не, вот так надо. Давай, пошли. Это последнее испытание. Артефакт находится в следующей комнате. Хорошо. Я постараюсь не умереть от лазера в космосе. И всего такого. Отличный план. Ёкарный бабай. А, вот, все, я могу двигать его. Что мне это даст? И тоже, наверное, двинуть. Что это мне даст?
А как мне туда пройти? Так вот. О. Ты чё? Сейчас драться с кем-то буду. Ты почти на месте. Артефакт должен быть где-то рядом. Будь осторожен, лор. Погоди. Что-то не так. Биндер, что происходит? Теперь я понимаю. Лор, уходи оттуда. Это ловушка. Мне страшно, останови это. Да, нам это нужно, чтобы его спасти. Типа я чары стал. Чисто первоклашка посмеялась. О, я был таким, как ты, однажды. Полон надежд, амбиций, любопытства, страха. Теперь я здесь. Зачем в этой тюрьме в ожидании тебя? Покажи мне, почему он выбрал тебя. Покажи мне, почему ты важен. Проснись, лор. Проснись и прояви себя. О, ой, вот и Бобик. Это раз ты не сбежишь. Ой, побыстрее стал ходить. Раздолбанный ошейник. Ты сможешь еще немного. Это лабиринт, что ли, да какой-то? Это не то, чего я хотела, не таким путем. Он не вернется. Да блин. Так, я заспавнился. А, нет, я тут заспавнился. Ты его предал. Это твоя вина. Ты уже жаждешь крови. Чего ты ждешь? Не можешь бороться с ним. Вот сохраночка. На этих кошмарах, назовем это кошмаром, лежит книга. Записать свое имя в книгу. Да. Черно впитываются, страницы исчезают. Ваш прогресс сохранен.
Холодный воздух морозит вашу кожу. Это место не может быть реальным. Возможно, если вы проснетесь, оно исчезнет. Пытаться проснуться? Да. Черик, возьми топор. Нет. Не получилось. Ты не готов. История заканчивается здесь. Хватит. Это все ложь. Мне плевать на Диана, на все это. Я просто хочу найти барона и вернуться домой. Так дай же мне сделать это. Удачи, парень. Тебе оно понадобится. О, опять с этим чуваром. Мне плевать, что это такое. Убирайся с моего пути. Фига он мне сносит. Ага. А, они тоже дамажат, если они в меня летят. Бам, бам, бам. На тебе в рожу топором. Сюда, 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 сюда. Да-да-да-да-да. Замолчи и сражайся. Здорово. Я сказал, замолчи. На тебе, по балде. А, я забыл. Да купец, надо реакцию учить. Нифига нам не дамажит. Сражаться. Стоп. Что? Ну сдохни-то уже. У меня эта хапашка скоро кончится. Черт. Фух. Ай! Все? Нет. Все верно. Не останавливайся. Не понимаю, что не так. Иногда, если путь вперед, это напролом. У тебя все получится. На типа балде. Ты был прав. Твоя история еще не окончена. Но его истории конец. Бобик. Барон? Этого не может быть. Не оставляй меня. Не после всего этого. Как трогательно. Я тебя не перебиваю? Нет, 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 нет. Прошу оставить нас в покое. Мы просто хотим вернуться домой. Он этого заслужил. Вы оба заслужили. Но за что я? Я не позволю тебе сделать это. Я не позволю причинить ему боль. Я не позволю тебе никому навредить.
Аляска! Тебе меня не остановить. Не сейчас. Ты что такое? А, нет, нет. А, я могу попасть куда хочу. Давай сюда. Все-таки ты это сделал. Ты на самом деле прикончил его. Надеюсь, тебе полегчало. Наслаждайся этим моментом. Просто оставь меня в покое. О, книжка. А то что? А то ничего, наверное. В любом случае, уже почти время. Время чего? The Tower. Подавленные души. Не забывай. Ты здесь навсегда. О, какая красота. Где? Где я? Барон, ты здесь? Ручка гребет, то дверь остается неподвижной. Опять головоломка. Маленькие разноцветные бумажки разбросаны по доске. Слова будто сдвигаются, когда вы пытаетесь их прочитать. Носок. Записка «Носок» прикреплена к доске. Как познавательно. Так, что в компе? Спасите, кто нам компьютер оживает? На экране быстро мигает текст. Четверо братьев, но здесь, там они близнецы. Наши цифры любимые не дают нам вам пройти. Если вдруг вы устали, не хотите гадать, чтобы дальше пройти, 7 единиц вам придется писать. Что-то щелкает, и компьютер выключается. Естественно, записка приклеена к полке. Первый из нас перевернул бесконечность. Угольно-черная кора этого растения, кажется, поглощает весь окружающий его цвет. Свет. Нистовая куча финансовых книг. Там что у нас? Открыто глупыми рисунками людей ящериц и передала привет полу бумага ящерица. О! Небольшой кодовый замок прикреплен к столу. А, мне теперь надо код найти, да? Белые буквы на красной бумаге. Что за монстр сделал это? Телефон звонит. Или это комп? Нет. Маленькие бумажки разбросаны по доске. Слова будто сдвигаться, когда вы пытаетесь их прочитать. Четвертый. Четыре. Один, четыре. Более судостые и без дела ожидания недосказанных историй офисной жизни. Полон документов с налоговой. Скука. Ящик застрял и не открывается. В ящичке лежит гигантский эластик. На боку аккуратно печат слово «карандаш». Банка с красной закаткой отвратительно. Взять. Банка с оленей справится при прикосновении. Может, 1-4 просто код. Не. Или просто 1-2-4-7. Не. А где у нее найти? Даже не настоящие ручки, они просто нарисованы на столе. Что мне надо сделать?
На экране быстро мигает текст. Четверо братьев, естественно, мы не близнецы. Наши цифролюбивые не дают вам пройти. Если вдруг вы устали и не хотите гадать, что дальше пройти, 7 единиц вам придется вписать. 7 единиц? Без проблем. Да блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, получилось. А тут что? О, это что за чвырло? Лор? Пап? Ты не можешь быть здесь. Пап, барон. Я не могу позволить им это сделать. Я не могу позволить ей найти тебя. Что ты делаешь? Хватит, мне нужно... Тебе нужно ходить сейчас же. Подожди, я сказал, где? Фига, ну швырнул. О, барон. Убежал, стой! Да блин, что опять? Нет, этого не может быть. Я не мог снова сюда вернуться. О, я опять тут. Ты? Каждый раз, когда что-то идет не так. Это всегда ты. Просто оставь нас в покое. А так сразу. Столько нерешительности. Какой же безнадежный. Обречен на пустоту. Ой, где? Погоди, где я? Бу! Бра-брагдл! Отлично, дедовщина, стажер будет легче, чем я думал. О чем ты? Я не стажер. Ты новый работник Tower Corp. Добро пожаловать в клуб, дружище. Я здесь не работаю, оставь меня в покое. Послушай, парень, я знаю, что ты не отсюда. Очевидно. Тихо ты. Просто играй пока свою роль. Понял? Хорошо. Думаю, смогу это сделать. Вот отлично. Встретимся в комнате с доской сейчас же. Третий ряд справа. Не пропустишь? Понял? Кстати, не наскнись ни на кого. Птицы все еще на этаже. И не очень недружелюбно принимают новые лица. Скоро увидимся. Никогда не думал, что стану бумажной крысой. Быстро расти очень странно. Что это такое? Ой. О, черт. Беги! Чувак, прекрати. Не, ленится, это половина удовольствия. Ну, зачем я тебе был нужен? Ты мне нравишься, парниша. Что-то тебе есть. И я тебе помогу. В чем подвох? Просто так. Никаких подвохов. Согласен? Не то, чтобы у меня был выбор. Вот это настрой. Посмотри пароль на доске. Он тебе понадобится для работы. А да, еще кое-что. Не делай ничего, чтобы понравилось моему приятелю Вистлере. Он может быть достаточно прямолинейным, если ты понимаешь, о чем я. Рад познакомиться, буду рад работать с вами. Увидимся, стажер. Увидимся. Ладно, все, давайте, ребята. Заканчиваем. Так, достаточно знакомая книга на очень ярком столе. Записать свое путешествие. Ой. Достаточно знакомая книга на очень ярком столе. Записать свое путешествие. Да. Тюрьмы впитываются, страницы исчезают. Ваш прогресс сохранен. Звонкое обрянчание телефона наполняет комнату. Вы медленно в ритм подкачиваете головой, пытаясь не уснуть. Поспать на работе? Ладно, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.